второй год подряд студия женственности Елен не изменяет своим традициям. И сегодня мы находимся в красивом, уютном спа-отеле Ливадийском, где сегодня пройдет сказка в крещенскую ночь. Бурина. Не просто Елена Бурина, а богиня, создательница женского клуба «Елен». И сегодня мы по традиции находимся в спа-отеле Ливадийском на таком мероприятии, которое уже из года в год становится просто родным и близким нашему душе и сердцу. Лена, скажи, что вдохновляет тебя делать такие события вот в крещенскую ночь вот для такого количества девушек? Самое главное вдохновение, что я сама женщина, я любима и люблю, и хочу, чтобы все мои девочки, мои все богини, точно так же были всегда любимы и желанны. Что в программе сегодняшнего события? Сегодня в программе события, естественно, это крещенская сказка. Мы собрались в спа-отеле Ливадийский. Сегодня масса призов и подарков девчонкам от наших замечательных спонсоров, а также... Некоторые мы даже уже попробовали. А также у нас, естественно, наши энергетические техники и практики, все связанные с крещением. Крещенское гадание, которое, кстати, совершенно скоро совсем будет. Ванна Клеопатры. И, конечно же, это очищение и наполнение новым и исполнение всех самых заветных желаний, которые девочки должны обязательно получить в этом году. Ну и вопрос для всех наших зрителей, которые уже присоединяются все больше и больше к нашим мероприятиям. Какое следующее масштабное мероприятие планируется от студии «Елен»? Следующее масштабное мероприятие, скорее всего, будет ближе к 8 марта. Это будет закрытая вечеринка только для девочек. Подробности, всегда для девушек. Подробности чуть-чуть позже. Ну что ж, совсем скоро Просвет ТВ расскажет о новых событиях в студии «Елен». Представитель компании «Доктор Нонна» Марина, здравствуйте. Скажите, сегодня вы презентуете здесь интересную программу. Мы вот уже в предвкушении, конечно, тоже окунуться в ванну, Клеопатру молодости, или, возможно, там у нее еще есть какие-то названия. Но расскажите нам поподробнее, что это такое. Это ванна с применением солей Мертвого моря. То, что делала в свое время Клеопатра, ублажая свое тело и даря себе молодость и долголетие. Девочки, как настроение? Напитались? Это уже невероятная атмосфера сегодня. Да, очень-очень все... замечательно и очень женственно и очень красиво. Давайте скажем, что мы друг другу и всем желаем. Любовь, здоровье!